следующий заказ на соседнем поселке. Туда надо, блядь. Вопрос только, как это все по оплате будет, нахуй непонятно, блядь. Отсюда Скания не могла тогда выехать. Ночью не могла выехать Скания. Закинули. Ну, толкнул щебель. 10 минут, наверное. А может и 7. 1000 рублей. Вроде договорился с ними, что они мне забор сделают. 4500 метров. Я уже не пофиг уже. Лишь бы сделали, да и все. Так, сказали ворота ставить открытые, пока ничего не открыто, я не совсем понял. Как говорит, забыл оставить ворота открытыми. Ну сейчас, говорит, подъезжаю. Говорит, оставлю ворота открытыми и нифига не оставил. Ну ладно, подождем чуть-чуть. Сказал, подъезжает, посмотрим, сколько минут пройдет. Сейчас 17:30, это уже темно, сука, ничего не видно, а. По 4500 пускай делают, потому что мне тебе обещали по 4200, но сколько уже можно мозг выносить? Он сказал, что, блядь, неделя, 10 дней еще занят будет. Я говорю, только ж потом снег, говорю, пойдет, пиздец. Да, типа, не пойдет снег. Да как не пойдет, он уже сейчас будет снег. С минуты на минуту, наверное. Просто сейчас потепление было. Вот так у меня травит стрела, вот столечко. Вот. Вот я ездил, вот это у меня ушло, стравила она за 30 минут. Снег сейчас пойдет, я говорю, хотя бы мне сделать и без замазки забор. Хрен себе с этой замазкой, в следующий год замажете. Без замазки бы сделали, и хотя бы там. А то цемент писец будет, цемент там лежит. 10 мешков. Ну, ему все будет хана, если сейчас не сделать. Ну, просто он ему писец будет, этому цементу.
через 4 минуты приехал. Через 4 минуты приехал. Ну, тут вот такая вот сопка. Как ее разрабатывать, не знаю. Сейчас буду думать. Да. Слушай, лайк, все уже, уже, блин, порешали все. Люди уже все перезаказали, сами все решили. Поздно. Ага, давай. Блин, как сейчас это все тут сделать, блин? Сопища такая, да? Да, вообще даже не понимаю пока что. Попробуем. Видите, сопка по стекла. Здесь 3 машины 18. Три машины 18 кубов. Сейчас я попробую заехать. Не хочу со стороны показывать, ну, не знаю. Короче, вот так вот заезжаем наверх. Хрен знает, короче, так вот. Пытаемся, короче, заехать пока что. Эту кучу. Туннель делаю я. Да, немножко, наверное, на себя подрастянул, потому что потом столкать-то не такая проблема. В принципе. Сейчас буду потихонечку удалять верхний слой. Трактор буксует, он пробил лунки колесами. Ага, вон он там протоптал лунки. Ну ладно, потихонечку будем вот так вот снимать, возить. Главное туда вниз не упасть. Да не, ну съеду и съеду. Главное, тот забор главное не снести. Вот только что я там работал, вот. Грузил самосвал, это вот та сторона. Ну, то есть я улицу, ну, объехал вот с другой стороны и все. Почти уже пробился. Почти пробился. Thank you.
ПГС вообще охуительный. Просто охуительный ПГС. Ну вот, траншейку сделал уже. Какую-то примерную. В Америке говорят русские горки, в России говорят американские горки, короче, хуй поймешь, чьи горки. Так, ну чё, вроде что-то тут уровень какой-то есть. Пока, конечно, непонятный какой, но какой-то он, блядь, под колеса сыпется. А, блядь! Обвалы боковые идут. Сейчас все диски будут в песке колесные. Посмотрим, как это издалека тут. Как тут, блядь, все издалека это выглядит. Так себе. Он сказал, что нужен, ну, чтобы стекало как бы скат туда, но... Все полные кулаки песка будут, конечно. Полные кулаки песка. Так вот как-то будем подрезать все это дело. Толкать сильно нельзя, потому что, ну, бокам обсыпается, если толкаешь. Без экскаваторной установки не знаю, как это сделать. Придется покопать все равно. Хотя, может, спицы из фронталов уже все давно бы сделали. И без всякого экскаватора они знают, как это делать. Наверное, они знают, как это делать. Но так как мы не... Я, вернее, не фронтальник и даже не тракторист, а просто так здесь проходил, поэтому я без экскаватора на установке не могу. Не могу это делать.
она обваливается, сразу колесом наезжаешь, трактор перекашивает. И писец. Надо вот так по косой толкать туда вот. Смотрим. Блять, ну не хочу, чтобы на цилиндр сыпалось, конечно. Стенка маленькая у GCB. Стенка, конечно, никчемная. Боковая, блять. Вот именно при боковом толкании, конечно, стенка очень маленькая. Очень маленькая и... толком засыпает. Надо делать, удлинять боковую стенку эту у ковша, потому что так вот как сейчас я вот, например, толкаю, невозможно, засыпается на цилиндр через бок. Почему же себе не сделал бок ковша длиннее, чтобы не знаю, но как-то вот так у нее сделано. Неизвестно почему. Мое мнение, конечно, стенку надо было как на кейсе сделать и все. Но чего эти инженеры такое сделали? Вот видите, вот так вот хопа и пиздец. И прям в гайку цилиндра все падает. А была бы стенка больше, какой бы херни бы не было бы. Явно бы не было этого. Так приходится поднимать вот так вот, чтобы не успела она. Да. Не очень как-то. Они это все продумали. Наверное, покопать надо эту сторону, а потом уже, если тут мало будет, тогда добавить вот этого ПГСа. Я думаю, так сделать лучше. Больше не буду делать. Блин. Все дело.
просят так делать бока, я не знаю, ну зачем. Ну, все, в принципе, надо толкать, посмотреть, как будет получаться. Если что, еще что-то добавлять не надо. Ладно, вот выключаюсь, тут что показывать. Вот валит меня, вот сейчас бы крабовый ход, а так можно перевернуться нахуй. Надо отсюда как-то выбираться. Только вот таким образом можно выбраться отсюда, больше никак. Потому что уже и переднее колесо стало заваливаться, и заднее. Туда просто перевернуться нахрен и все. Так, так. Так. Вот тут крабовый ход и нужен, епта, вот он, понимаете? Вот все, он стал уже валиться на бок, нахуй, и пиздец, блин. Сейчас бы я упал бы туда и на этом бы все закончилось. Перевернулся нахуй и все, блядь. Ладно бы, ну, упал бы, ну, вернее, свалился бы, но не перевернулся бы. А если бы я еще его на бок бы положил. Да, крабовый ход, конечно. Вот по таким оврагам ездить, он писец как нужен. Кто говорит, там, мне не надо крабовый ход там или что-то, блин. Когда он есть, ему лучше пользоваться. Правильно? Вот когда его нету, ты тогда уже нечего тебе выбирать. Вот катерпиллер бы взять, конечно, да, с маленькими колесами, с передними, но с задней поворачивающей осью. Вот это такие экспонаты есть, конечно, и это зачетный аппарат, я так считаю. Все сделал. Троях. Ну, короче, я сейчас уехал. Ну, смотрю, он на крузаке поехал катками своими, ну, прикатывать. Что, у них колеса на, не знаю, 20-е, по-моему, стоят. На этом кразе. И эта 200-ка сейчас будет прикатывать как катком все это дело. Не знаю, забуксует, не забуксует. В принципе, там такой ПГС, он липкий, трамбуемый, как бы такой очень пиздатый. Вообще просто. Даже вот сыпать вот на это вот все, вот такой ПГС вообще жалко. Потому что он просто супер ПГС. Ну все. Все закончилось. Сегодня, завтра есть. Щебень и земля, наверное, 2 часа где-то будет, наверное. Ну, посмотрим, надо еще, чтобы этот завтрашний день настал. Правильно, поэтому, как бы, только это все варианты, наметки, планы. Да, темно вообще, писец, ни хрена не видно. С трактора смотришь, вроде все нормально. А вот он сейчас кразом посветил фарами. Блин, нифига, ну не очень нормально. Есть такие какие-то рельефы непонятные. Ну как-то, ну, через... Ходишь пешком, вообще все по-другому. С кабины, с высоты смотришь, вроде все нормально. А на самом деле не есть такой нормуль. Сюда, наверное, я не увижу. Ворота высокие. Ездит он там, не забуксовал. Ну, если что, позвонит, если забуксует. Не, не видать его. Ну вот, считаю, сегодня 10-ка. Но в Авито, я не знаю, объявление, наверное, кончилось у меня, но...
Сейчас заеду, посмотрю, продлю, наверное. Ну, ради интереса, что там. Ну, пока по Авито тишина. Будем посмотреть, что дальше будет. Что? Фигня, ничего же не сделаешь, все равно. Финита ля комедия.